Пробная партия нового дымогенератора. На камеру циферки моргают, а так циферки не моргают. Компьютерный блок питания, регулятор китайский. На 80% вставил. Дальше идем по проводу. Здесь вентилятор улиточный, 12-вольтовый маленький, 50 на 50 миллиметров. И мощностью 0,18 ампер. На быстросъеме все. Вот такая труба у меня. Снизу зольник. Дальше вот здесь зольник стоит. Опилки сверху насыпаются. И пошло. Крышку пока еще не придумал. Тряпка, канистра с какой-то хрена в ней стоит. Вот смотрите, на 80 как дым идет. Это еще ветром задувает в сторону. Нормально. Результат тот, который я ожидал.